Артём, как ты думаешь? Это самое. Ну ты знаешь, да? Ты-то знаешь. Пойдем со мной сходим. В гараж. Расскажем людям, тем, которые не знают. Я не могу вообще. Они до сих пор не знают. Эти люди до сих пор не знают. Что я знаю. Итак, всем привет. С вами снова я. И вот читаю комментарии, смеюсь вообще иногда. Зло меня уже не берет, потому что ночью злится. Пишет такие глупости прям. Говорит, надо крутить против часовой стрелки. Когда я кручу против часовой стрелки, этот человек пишет, что мне нужно крутить против часовой стрелки. А я не могу вообще. Он, наверное, не знает, где часовая стрелка. У меня нету тут часов вообще. Куда мне крутить? Куда? Ну, я вот крутил по стрелке, указанной вот здесь вот на роторе. Это ж в ротор. Я даже знаю, почему его в ротором зовут. Сейчас я вам скажу. Вот смотрите, у него здесь стрелка нарисована. Я вот по стрелке крутил. Я крутил бы против часовой стрелки с удовольствием, но у меня нет часов со стрелками. Я крутил по стрелке, а не против часовой стрелки. Вот. Хоть убей. А в ротором его называют, потому что если вот так поставить, вот так поставить, он как смайлик, вот два глаза и вот в рот у него. И, а если есть в рот, значит это в ротор. И все. Тут дураку ясно. Думали, что я не знаю, что это в ротор. Кстати, у ротора есть еще и сратор. Ну, как бы вход и выход. Это уже тоже как бы это уже физиология. В ротор, сратор, туда-сюда. Вот он, сратор. Кстати, у меня есть два вида вжиков. Один вжик вот такой летний, а другой весенний. Называют вот эти вот поверхности сверл, которые там, где сверлишь. Для того, чтобы сверлило лучше. Вот. Она так сделана у меня. И вот. Видите? Ну, как положено так, специально. Придумано. Не мною. Придумал ВМП Авто. Спасибо им, ребят. Я вот ихним вилочным маслом все вилки свои позаправил на мопедах. Даже со своими друзьями делился. Ну, с друзьями. На самом деле, друзья мне дарят всегда подарки. Поздравляю с днем рождения. Желают мне здоровья, там, счастья туда-сюда. А у меня от этого и в душе порядок, и вообще у меня в гараже всегда порядок. Вот у меня тут ключики, там правильно все сделано. Всякие пассатижики, там круглогубцы, плоскогубцы, там кусачки. В общем, всякие там отверточки. Всяких, вообще их очень много, всяких разных. Всякие там штангелечки, вот. Особенно, когда вот друзья мне дарят, я думаю, что им не жалко, так хорошо, мне приятно. Мне даже как-то больше нравится, когда друзья дарят, чем самому. Ну вот у меня всяких много инструментов. Я нашел вот недавно инструмент. Мне сказали, это клизмометр. Мерить. Ой, плотность. Клизмометр. А их два вида у меня есть. Один такой, а второй внутри этот. Его как-то вот. Вот они тут. По шкале этого. Ихним, по ихней шкале. Что увидишь, то и будет. Вот так сказать. Ни больше, ни меньше. Вот. А еще я люблю заливать. Вот у меня тут. Я люблю залить куда-нибудь, что-нибудь там, куда-нибудь, как-нибудь. Вот. И у меня поэтому вот от этого, из-за этого, потому что у меня вот они есть. Всякие разные. Такие там, вот всякие. Даже я иногда самодельные делаю, вот, чтобы залить. Вот. Но больше всего мне нравится заливать. Ой! Заворотник. Это Лёхин Сэм. Ну вот, у меня такое художество присутствует здесь. Иди, товарищ, к нам в колхоз. Иногда называют там человека колхозником. Типа, ты вот там лох, колхозник, там чмо вообще какое-то.
Я, ребят, сказал бы вам так. Если бы колхозники не выращивали продукты питания без колхозника и, ну, или мясо, но без сала. Откуда пошел? А еще у меня много всяких баночек. В баночках всякие там всячинки. О, ладно, ладно, смотрите, глядите. Как думаете, что там? О, смотрите, вот такие вот у меня шильды от Альпины. Две штуки. Да, классно. Алский этот, но он только этот, корпус один. Хромированный яузский. Еще у меня есть тут еще этот другой. Почти такой, только лучше. Вот, смотрите. Он вообще классный. Вот такой. Ух. У меня когда-то автомобиль Mazda был. И вот этот вот переключатель. Он что-то включать там, выключать, включать. И он его здесь крутить. И он у меня есть. Ну, тут еще много чего там есть, всякая разница. Но это вам не интересно, потому что есть сопеля. Это вот сопель был, сопель. Сопель Аскона. И вот сопель с Аскона мне вот такой подарил. Вернее, ну, он не сам подарил мне, я с него скрутил. Там еще есть, но я вам не буду показывать, потому что вы начнете мне завидовать. Вот. А зависть — это грех. Рад всем. Сема знает. А вот подарки от друзей. Вот, пожалуйста. Тоже от Льва. Как и аккумуляторы. Вообще то же самое. Вот оттуда же все. От друзей. Так, пошли отсюда. Все, пошли. Пошли. Не, ну вы ей богу насмешили. Вот это вот вротор, статор. Часовая против часовая какая-то. У меня вообще электронные часы. Куда я могу знать, где там куда? Вот дает.